О, какую мы козлину встретили. Она забралась так высоко. Прям по вот этому отвесному этому. И нашла что-то съедобное. Ну, так как здесь люди гуляют иногда, я думаю, что они тут прирученные. Не очень пугливые, но... Да они сейчас деток своих поставляли, чтобы они научились сами кушать. А потом найдут. Это у нас что? Это у нас озеро Каюга. Железная дорога, которая идет вдоль озера на электростанцию, которая уже давно не работает. Хорошее рыбацкое место было, пока там вода шевелилась. Погодка сегодня, конечно, сказочная. Середина июня. Спокойно. Солнышка сегодня нету. Давай, жаба, спускайся. У меня есть печенюшки для тебя. Ну, крутые такие склоны. Есть у людей вон там эти лесенки. Аж сверху от домов. Это их причальчики. Где лодочки стоят. Да и рыбачить здесь можно иногда. Люди не ругаются, хозяева. Где она, жаба? О, что это за цветочек у нас такой? Что-то непонятное такое, красивенькое. Ну, где? Слазь.